Нет. Всегда рад испортить вам видео. Телестудия работает. Привет. Сегодня мы на студвесне факультета пищевых производств. Готовы насладиться атмосферой концерта? Тогда погнали посмотрим, что происходит у них за кулисами. Ага. А народу тут и нет. Привет, я закончила универ и сижу здесь по фану. Я танцую, я танцор. Интересно. Мы самый сладкий, самый сочный стем, джем. Что вы ожидаете от концерта? Во-первых, я ожидаю, чтобы было весело, интересно. И самое главное, чтобы стем факультета пищевых производств занял первое место. Я пришел посмотреть на концерт ФПП. Посижу где-то на галерочке, посмеюсь над шуточками. А что ты будешь делать после сегодняшнего концерта? Буду продолжать танцевать. Как долго вы готовились к этому концерту? Ну вот пятая проходка была написана в понедельник, сегодня четверг. Мы профессионалы, нам достаточно 3 дня. По каким критериям вы оценивали выступление ребят? Лично я оценил выступление по количеству казашек в конве. Там стоит огромный плюс. Какие номера вам больше всего понравились? Танцевальные, музыкальные, артистичные. Химиков сейчас прибавились, вокалисты, их очень много, они все очень хорошие, правда, сильные. А это было ФПП. Почему вас вообще взяли в жюри? Мы дежурные. Потому что мы очень много всего поставили, очень много всего видели, но в любом случае наше мнение очень скромное, довольно субъективное и объективное в то же время. Я поддерживаю все, что сказал она. Да. Ты любишь казашек, да? Знаешь, на безрыбье и... Супер, потрясно, классно, мне очень понравилось. Всем советую, приходите. Это было ярко и круто. Ребята были заряжены на максимум. А если ты хочешь увидеть еще больше наших выпусков, тогда ставь лайк и подписывайся. Пока. Рахмет, большой рахмет.